Поздравлять мужчин в канун Дня защитника Отечества – добрая традиция Иркутского технического университета. В честь этого праздника в холле развернули выставку военной атрибутики и оружия. Бойцы военно-патриотического клуба БМ-21 показали и рассказали студентам о назначении представленных экспонатов. Каждый из них разрешили потрогать и даже подержать в руках. Здесь же вузовский спасательный отряд «Полиспас» провел инструктаж по оказанию первой помощи пострадавшим и продемонстрировал приспособления, которые используются при спасательных операциях. Настоящими хитами праздника «Герой нашего времени» стали соревнования по армрестлингу, где каждый мог применить свою тактику, и конкурс по сборке и разборке автомата Калашникова на время. Испытать себя в нем с большим удовольствием решили не только юноши, но и девушки. Их результат в зачет не шел, но они были рады за защитников, которые учатся вместе с ними. В школе у нас была секция «Кружок», где тоже патриотическое было, и мы там пробовали, но это был там 7-8 класс. Хорошо это для мальчиков, то, что военная кафедра появилась в институте, это тоже им большой плюс. На десерт поздравления от самых красивых девушек университета. Претендентки на корону «Мисс Ирниту 2018 доставили мужской аудитории эстетическое удовольствие, выступив с конкурсным дефиле. В полном объеме его можно будет увидеть на самом шоу. Оно, как всегда, обещает быть феерическим. Поздравления в этот день принимали мужчины, но они, как настоящие защитники, даже в свой праздник говорили лучшие слова женщинам. Раз, два, три, поехали. Красивая, добрая, любимая, обожительная, добрая, обаятельная, умная.